Ну давай посмотрим. Пушечка ручная. Только бах. Ну, похоже, я сейчас мы не войдем. Считаю, очень хорошее оружие. Достойное. Это, считайте, снайперская винтовка ближнего боя. Но действительно, она как снайперка, так что не знаю, не знаю. Чуть скорострельнем. Раньше на меня никто не смотрел, но потом решили, что это я угрохала леди Комсток, и меня все тут же... Так, боеприпасики. Ручная пушечка, покупаем, снайперская, полностью. Стали идем дальше. Замечать. Я сбежала в Финктон, спряталась там, забилась поглубже. И единственное, на что может надеяться ребенок с цветной кожей, это на то, что для белых ты невидимка. Цветная кожа. Смогли бы фараоны Египта взойти, если бы евреи не обтесали камни. Куда бы поехали американские паровозы, если бы китайцы не прокладывали рельсы? Словом, выше нос! Руками тащи, как вы! До свидания. Эй. А, снайперская помню. Электричество! Искры в бутылке! Плюс к улучшению. Но я не буду улучшать. Здесь у нас соли. Открой! Пожалуйста. Открой! Медикаменты. Так, я не понял, нам... Нам туда. Так. Много отмычек не бывает. Сигареты, что ли? Ты мне... загадка-то мне ни хрена, ты мне четко скажи. Отмычка, иди сюда. Самая ты... Девка. Так, ну что, куда нам? Так, вот там что-то мигает, наверное, человечек. Но почему-то нам сюда указывают. Ага, нет, сначала, значит, мы идем сюда. Так, стоп, а вот тут у нас какая-то странная хрень. Ты слышишь это? Музыка? Это из разрыва. Я ее не слышал раньше. Вряд ли кто-то слышал эту песню. На-на-на-на, я что-то тоже не очень разобрал. Ладно, отмычками пользоваться не будем пока что. Пока что. Так, или будем. Сколько у нас, как глянуть? Так, тут еще что-то мигает, нет? Мне кажется... Ну, давайте зайдем. Да, господа. А, бляха, это вообще не отмычка. Мычка там. А вы не против, если я так долго бегаю? Изучаю местную обстановочку. Так, а там еще... Можешь это открыть? Не вопрос. Блин, там крюк был. Ладно, давай, открывай уже. Шмара. Все. Ладно, я шучу. Одну всего, значит, говно какое-то здесь. Сохранение, между тем. Отмычку. Плакат. На нем тоже есть шифровка. О, иди ты в зайку. Так нам надо найти книгу ключ. Вы что, охренели? Ничего нет, что ли? Шпилечка. Похоже, весь конфискат принесли в клуб добрый час. Может, там его и найдем? О, блин. Либо я что-то не вижу, либо нас... Нагнули. Так, ладно. Идем назад. Не хочу я эти дополнительные задания. Ну, было бы больше времени, я бы, может, и выполнил. Идем дальше. Вот тут крюк. Я здесь подожду. Ну, давай. Тут что-то есть. О, пачки. А это что? Это снайперс. Такая винтовка. Так, точность на аэротрассах повышается. Просто возьмем. Так, еще куда можно перелететь. Перепрыгнуть, другими словами. Сюда.
Точнее, с этого места, куда можно. Здесь... А, подождите. Там вот. Вот эти вот ящики непонятные. Нет, никак. Ну ладно, тогда... Полетаем здесь немножечко. Вы не против, я надеюсь. Так, а здесь лететь-то больше некуда, да? Ладно, так уж и быть. Я здесь подожду. Идем сюда. Да я уж убежал давно. Так, и... И вот сюда. Господа. Здорово. Здесь у нас какая-то хрень. А, боеприпасики, соли и также. Так. Сейчас мы сбегаем. Посмотрим, что у нас здесь, в этой двери. Либо я здесь был. Стоп, а это... Ну, давайте глянем, что там. Однако, здравствуйте. Шоу еще не началось. Когда это? Шоу еще не началось. Придется зайти позже. Когда позже? Шел в жопу. Господин. Шоу еще не началось. Сейчас пристрелю кого-нибудь. А, здесь у нас тоже говно. Точнее, может быть, и не говно, но мне ничего не нужно. Так, ага. Ну хорошо, а когда же мне заходить? Ну, наверное, после того, как мы... После того, как мы все-таки отправимся к оружейнику к этому, от него придем. По-любому шоу будет. Идем, куда сейчас идем? А, ну, все правильно, вот сюда, да, пофиг, если даже что-то я пропустил. Так, сейчас я тут еще раз гляну. Сахарная вата, ну, не суть. Так, все время забываю, здесь у нас все то же самое, забываю. Итак, идем дальше, к оружейнику, оружейная мастерская. Камин какой-то, или нет, это печь, даже камин, говорю. Ошибись, каминчик. Чё ты там хмыкаешь? Серебряный орел. Боеприпасы. И все, можно идти дальше. Уйди. Так, еще что-то. Я же точно знал, что здесь что-то есть. Мы что-то сожрали. Нет. Печку мы не можем залезть. Не больно-то и хотелось. Максимум. Залей. Так. Так. Здесь у нас также пусто. Это Будда Гаутама. Кто? Основатель буддизма. Он 49 дней провел под деревом Бодхи и достиг просветления. Думаю, Камсток не любит, когда в его городе молятся не ему. Я слышал, по 15 лет сидели по деревьям под этими. Кухату Микату какой-то там. День добрый. Мистер Линь. Мистер. Чен Линь. Есть тут кто-нибудь? Что тут случилось? Обыск. Я думаю, тут прошлась местная полиция. Мистер Чен Линь. Внизу кто-то есть. Сейчас я избавлю их от мук моим новым оружием. Так, здесь у нас пусто. Я не понял. Куда ты мне мой GPS показывает? А, вот. Эй, откуда ты взял? Я тут проходил. Извините. Простите за беспокойство, мэм. Блин, мне интересно, мы если я пальну... Мы ищем мистера Линя. Бах! Чен Линя. Мистер Линь.
вернуть его. Вернуть муж Мэйлин. Куда его забрали? Клуб. Всех забирать в клуб «Добрый час». А, ну где все ясно. Этот клуб? Да ты, блин, мы там были только что. Где этот клуб? Букер, сами найдем. Оставь ее. Да мы нашли, пошли уже. Почему народа не помогать Чэн Линь? Почему Фицрой не помогать Чэн Линь? Что за летучий отряд? Легавые. Где? Наступили Линю сапогом на горло и начали расспрашивать про Фицрой. Мы же на нее работаем, да? Вроде того. Ладно, давай выясним, где находится этот клуб «Добрый час». Да мы уже знаем, господа. Здорово. Быстрая загрузка прошла. Загрузка прошла. Йоп! Стоп, стоп. Ох ты, бляха-муха. Ладно, будем делать с тобой вот так. Уйди, сука. Твою-то дивизию. Выходи и сражайся. Уйди, урод, блин, я ничего не вижу. Уйди, бляха-муха. Ну прыгай, ёп. Твою моналку за ногу. Хана. Я даже ничего не понял. Эй, да не надо меня спасать, я с контрольной точки начну, ёкарный карась. И, блин, а где он? О, что произошло? Ну вы шутите, ребят. Ну! Где механик? Какого хрена? До меня доходят. Да вы шутите? Что надо сделать? Оплачиваемый отпуск. 8-часовой рабочий день. Страховка. Я ничего не понимаю в этой игре. Анархистские словечки. Нас спасли. А где механик-то? Типа я лох, да? Я его не сделал. Ну ладно, бывает. Раздери меня громи. Ой, блин. Непонятно было. Добро пожаловать в клуб «Добрый час», сэр или мэм. Сейчас бабла-то у нас тоже отнялось, наверное. Сколько-то там. А, Дэвид, мальчик мой! Люблю наблюдать за работниками, которые не знают, что их оценивают. Вон, вот это! За тобой с самой лотереи. Ну ты зверь! А нынче такое время! Звери мне нужны! Чего ты хочешь, Финг? Так ведь рабочие стачку затеяли. Фицрой навела там шороху. Мне бы пригодился молодчик пинкертонской школы. Чё? Куда нам? Всё, мясо началось, да? И к чертям отсюда. Прямо сейчас. Просто закончи начатое, Дэвид. Зачем расстраивать других кандидатов? Я не наш хочу первый кандидат – ветеран битвы за Пекин. Как там говорят про старых вояк-то? Ну, я-то ставлю на тебя. Этот парень умеет обращаться со взрывчаткой. По крайней мере, все закончится еще при мне. Да. Ёб твою. Смерть – это награда! Ёб твою, ты что такое еще? А, это этот. Пожарник, осторожней! Это не страшно. Эй, бляха-муха. Сдохни, тварь, на. Ух ты, ёпарас, это что происходит? Эй! Господин! Что происходит? Обалдеть. Так, к медикаментам на всякий случай. Стоп, я еще не готов. Я не готов. Ой, Элизабет чуть не поймал. Отлично! Твои амбиции, мальчик мой, приведут тебя на самый верх, Финк Индастрис! Так, скорострельность. Эй, вау!
Умри уже, ёпта. Воу-воу-воу-воу, что там происходит? Так, вот там что-то непонятное. А, так ты еще жив. Ай, а ты шустрый, Дэвид? Шустрый? Эри, зарядочком. Эри, зарядочком. Все. Можно. Этот юнец, один орел. Бывший фанатик Леди Комсток. Но оставшись без кумира, он не знает, что делать со своей жизнью. Это же ворон, наверное. Я подобрал его на ярмарке труда. За песню. Никому нет прощения. Да! Да! Какой усердный мальчик, а? Вау! Да ёп. Лови патроны! Да умри! Букер, лови! Пойдет. Поймал. Сгори! Еще жив, что ли? Да, да что происходит? Постараюсь найти еще. Ты превзошел все ожидания, мальчик мой. Быстро, быстро, быстро. Так, держи. Сердечко-то бьется. Он как? Вау-вау-вау. Ух ты, сколько их там! Ну, коняшка, давай! Ну-ка, бахнуть! В чем кто палит? А, вон там золотенький. Еще жбланчик. Все, по жбланчикам-то. Не, не долетел, видимо, патрончик. Перезарядочку делаем. Перезарядочку делаем. Все. Идем собирать трофей. Гранатомет, кстати, можно, наверное. Открой. Ага. Что происходит? А, вон он. О, сейчас подойдем. Ну-ка. Да сдохни. Конфетка. Мой настоящий соперник, эксперт по автоматам. Он жаждет заменить всех наших охранников механизмами. Ёп. Доля смысла в этом есть. Будет меньше голодных ртов. Ой, это еще что? Все? Я не вижу никого. Голову попал, наверное. Патриот, вон там! Вау. Вау-вау-вау, сюда что ли пошел? Господь судит, так. Я действую. А я знаю, что делать. Вот так вот сейчас мы. Вау! Да двинься ты уже. Давай. Таки надо увеличить, наверное, урон. Все, хана. Да. Не оживляй только, Элизабет, пожалуйста. Не закрывай глаза. Я хотел... Ну ладно, ладно. А, так вот что происходит-то. Патриотик еще идет. У меня пусто. Раз. Ой, это наши. Соли нет. Зашибись. Давай. Букер, лови! Есть! Вкусненько. Так, секунду. Надо кое-что исправить. Раз. Больше ничего нет. Раз. Раз. Все, наконец-то. Должен сказать, ты мне по нраву. Все, больше не будем дохнуть. Кстати, вот здравствуй, Дэвид. Впервые услышав твое имя, я решил, что ты не годишься для такой работы. Но чё с именем не так? Должен признаться, я ошибался. Ошибался, чё? Мне не интересны твои предложения, Финк. Я знаю о твоих делишках с Фицрой. Но неужели ты предпочтешь ее мне?
Да любой душу продаст за то, чтобы возглавить службу безопасности Финка. Ты упрямый парень. Ну, здесь можно закупиться, если что. А, да, кстати. Но... патрончиков. И для ручной пушки. Ой. Пистолет-колотушка. Это что такое? А, ручная пушка. Ну, покупаем. Подержи себя. Забирай. Я своего добьюсь. Че, не все, что ли? Блин. Только бы не механический этот. Механик. Твою-то. Или... а, или все. Наверное, все. Здоровски, ребятушки. Что-то неохота мне здесь бегать, осматривать. Ну, здесь, может, есть, конечно, отмычки всякие там. Но как-то, не знаю. Букер, тут дверь. Где? Кажется, здесь вниз. А, ну давай. Я думал, ты дурак, дорогой братец. Когда ты сказал, что слышишь чудесную музыку, доносящуюся из дыр в воздухе, я решил, что ты сбрендил. Но ты мало того, что сумел сколотить на этих дырах состояние, так еще и мне указал путь. До свидания, господа. Соули. С этих у нас. Ну и рожа. Покушать всегда тут есть. Так. Смотри, Чен Линь, камера номер 9. Даже перевели на русский или нет? Вроде да. Не понял. Сюда, ну, придется. Элизабет. Нет проблем. No problem. Я работал на людей вроде Финка. Правда? Нас, людей Пинкертона, звали, когда начиналась буча. Зачем? Чтобы отбить у рабочих желание восставать. Ты делал людям боль. Я вот что скажу. Давай открывай, болтать хорошо. Иногда люди вроде Фицрой просто необходимы. Почему? Из-за таких, как я. Прошу. Наконец-то, блин. А сколько она взяла отмычек-то? Одну, блин, мы. Храни меня и дороги. Понял. Раз. До свидания. А, можно было в рукопашку, кстати. Что-то я там прокачивал, по-моему. Так, ну тут у нас. Вот она! Книга для часовой лавки. Прочитайте. А, понял. Это, наверное, дополнительное задание. А как я тебе прочитаю? Почему ты оставил нас? Книга я только что взял, да? Или что он имел в виду? Так. Все, ладно, идем. Так, здесь у нас соли. Пистолетик. Рассказывай, что знаешь про Фитрой, урод косоглазый. Кончай выделываться. Будешь говорить? Ничего нету. Или нам пригласить сюда миссис Ли. Плесни на него холодной воды. Сегодня еще троих надо взять. Нормально, ничего не видно. Чем так пахнет? Здесь внизу. Извини, это я. Их тут держат, как что это было? Отмычка. Одна отмычка, так долго там. Запретить кровосмешение между расами. Разве это не жестокость? Отнять право голоса. Гори. Ух ты! Бледный, вау. Желтый, черный, красный, разве это не жестокость? Но жестокость присуща и Господу, что изгнал детей своих из райского сада и утопил народы в великом потопе. Жестокость может быть частью учения. Что надо сделать, чтобы заслужить подобное наказание? У Финка ничего особенного. Да. Да, ты прав. О. А это чё? Извини. Видимо, он сам этого хотел. Да, он мне попросил. Это этот... Шок-жаки, что ли, которого мы брали, не помню. Так, ну с этим ничего.
солей. Хорошо, что много. И нам, блин, выбор. Нам туда вообще. Ты можешь открыть этот замок? Сейчас. Это здесь, да? Да. Да. Здесь. Всё. Так, а что у нас там? Вы что-нибудь видите? Так, там какой-то какие-то шмотки есть. Ладно, погнали. Может там и есть улучшение, но пускай. Я знаю, остаюсь. Фицрой умеет убеждать, но теперь твоя сделка с ней аннулирована. Негоже львам якшаться с гиенами.